Последние штрихи перед стартом. Около торгового центра «Гранд Плаза» в Щелкове собираются участники автопробега, который проводит партия «Единая Россия» в честь Дня России. Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Конечно, прежде всего, в силу тех задач, которые решают наши сограждане в зоне специальной военной операции, то, с какими успехами встречает наше государство свой день. И, конечно, мы вспоминаем историю. Мы с радостью отмечаем, что год от года страна крепнет, у нас появляется уверенность именно в успешном, счастливом будущем нашего государства и наших людей. С праздником, друзья! Этот автопробег уже стал традицией. Его единороссы проводят ежегодно. Участниками стали депутаты Московской областной думы, окружного совета и активисты молодой гвардии, как из Щелкова, так и соседних Фрязино и Пушкинского городского округа. Украсив автомобили флагами, участники проехали по улицам города. Финальной точкой на маршруте стала парковка около Троицкого собора. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.